Мне кажется, это отличное зимнее событие для Камчатки. Теперь можно на Камчатку приезжать не только летом полюбоваться вулканами, но еще и на такое прекрасное деловое мероприятие. Я надеюсь, что оно будет ежегодно. Мы здесь встретились уже с представителями корпорации развития и с главным архитектором, и с Министерством культуры. Сегодня разговаривали по поводу креативных индустрий Камчатки. Очень интересно было, что вопросы из зала касались именно ревитализации отдельных пространств, отдельных территорий, которые уже живут, которые значимы для города, которые значимы для отдельных сообществ. Я надеюсь, что команда региона сейчас в рамках нашей лаборатории по креативным индустриям примет это во внимание и рассмотрит в качестве потенциальных креативных кластеров. Я очень надеюсь, что команда войдет в десятку наших регионов, но сейчас для этого необходимо поработать, еще активно встретиться с разными сообществами, с бизнес-сообществом. Мы встречаемся сегодня вечером. Отдельно будет встреча, я надеюсь, у команды региона вместе с другими представителями ремесел, с представителями медиабизнеса, с дизайнерами, для того, чтобы как раз определить те самые точки роста, те самые креативные индустрии, на которые Камчатке стоит делать ставку. Интересно, что туризм, здесь площадка все-таки посвящена туризму, в целом тоже можно отнести к одной из отраслей креативной экономики, поэтому если Камчатка придет с этой отраслью как отдельной специальной и возможно сделать какой-то креативный хаб на эту тему, это тоже будет великолепно.